Ну чё, чисто добор туза. Блять, ну это сука нереально. Ой, блядь. Что? Смотрите прикол, я в поле у каратыша 5 блайдов, стуз 9, флоп 9, терн 9. Ребят! Что это такое? Что это такое, блядь? Что это такое? Лови. Кол. Туздама. О, нет! Нет, 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 нет! Блять, это пиздец. Ебануться. Туз 8, туз 7. Ну здесь запушил. Семерки, туз 3. Ну. Не скажу, что у них очень сильные руки, которые они показали. Очень-очень странный кол здесь с туз 3. Понятно. Я, кажется, начал осознавать, зачем он колет. Да я уже все, я поеду, мне похуй. Флэш покажешь, я, блядь, все, я больше тип буду сегодня играть в покер. Вот это правильно. Вот это правильно, товарищ. Охуй, охуй. Проебаем, походу. Блять, ну разочек спарь досочку. Ну разочек спарь досочку. Пожалуйста. Хоть раз в жизни. Нет. О господи, здесь еще хуйлос король 10-то нарейзил. И самое обидное, я бы и этому долбоебу проиграл, просто который король 10 здесь нарейзил, блядь. Че, почему я выиграл? Не понял. У меня флеш закрылся. Oh, retard alert! Да блять, я не скликнул, ёб твою мать! Чё вы здесь происходит? Симфлай, да ёб твою мать! Охуеть, это что сейчас было-то нахуй? Ебать! Ты что, сейчас же меня тут с туриком? Ты собака сутула! Ну что за хрень? Да. Семь два, не хотите, блять? 7-2 на доске 10-3-5-2, бля. Да. Ну, вот почему лучше не блефовать, блядь. Блядь, ну это полная хуйня, калирую. До свидания, блядь. Опа. Домой, ёпта. Домой, брат. Домой, брат. Домой, брат. Домой, брат! 500 баксов! Блядь, нахуй! А как его звать, покатал? Не сработало, но против король дама. Король. Не очень хороший карт. Блять, еще один король. Ну что ж такое-то? Почему же так? Почему так, нах? Почему так? Ну, с таким, конечно, сложно будет 56 блайндов. Как-то его раскрутить сильно. Не понравился мне кол, на самом деле. Там какие-то, может быть, десятки, девятки, это будет неплохо. Я поеду здесь. Ну, как бы могут быть и семерки, восьмерки. Я поеду за нокаут. Блять, восьмерки, он взял и попал. Ну, конечно, я ожидал такое видеть, но могли быть и десятки. Международная платежная система Luxon теперь в СНГ. Luxon Pay – это официальный кошелек для депозитов и выводов, к
который поддерживается 17 румами. Пополнять и выводить Люксон вы можете с банковских карт СНГ либо криптовалютой. Подробности в описании. Понимаемо, понимаемо. ГГ вообще, ГГ классный рум. Ни разу сегодня говна не раздал, потому что хороший рум, все по делу. Конечно. Турнир за 15, что бы не раздавать? Да, правильно же? Поехали. Тут двак я не запушил. Ну это почти тут двак, как бы я словлю все равно. Нацлопа. Нацлопа. Вот это ништяк! Неубиваемый нацлопа, говорю. Давай с парочку, что ли. Ну три. Три ван тайм. Ну не 8 уже. Дай 3. 3. Есть! Ой, тут я как сало хочу. Блять! Вы это видели? Вы это видели? Бляха-муха, что произошло? Гоу выставило на терне, на ривере. Я уже изучил, как он играет полностью. Это что это? Вот это грязище. Вот это грязище, жесть. Флоп. Чек кол терн. То есть вряд ли там король 6. Или лучше. Должно быть наш. Это мне! Есть. Есть. Так, ну СБ в ББ, двумасные короли, наверное, через 4 бы. Плохой борт. Дэдшот. Два дроувер, пара. Найс, ребятки, удвоение на полуа 500. Так, нужно хоть как-то попасть в доску. Но это лютый тип, у него какой-то супер неадекватный 3-бет ставит. Тоже часто, мне кажется. Ну, не знаю, я тут не могу выкинуть эту пару со стритами против рандомайзера. Блядь. Есть! Блин, я так испугался на самом деле на терне. Жестко. Да, это жестко. Есть! Есть! Я сделал это! Я 0-22. И это, ребята, мужицкий, жесткий, уверенный ва-банк. Поехал! Играю чек, потому что если он чекнет, мне GG Care вроде дадут. Бля, но я не могу не зарейзить. Вот такой мин-рейз сделаем. Без GG Care, походу, обойдемся. Ого! Чё, блядь? 280 BB. Что это была за раздача? Сюда GG Care. Открыли для контента. Получили хорошую комбинацию. Которая стала плохой. Ой, мед! Ой, мед! Пусть у него будет тут.